Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 6 варианта 2 теста на странице 63 учебника математики для 3 класса автора Маром. Какое число меньше, чем 8 сотен на 1 единицу? Сначала давайте определим, а что это за число 8 сотен. Это 800. Значит, мы должны будем найти число, которое на 1 меньше, чем 800. На 1 меньше, это значит, мы должны найти предыдущее число. Число, которое мы при счете называем перед числом 800. А перед числом 800 при счете мы называем число 799. Это и будет правильный ответ. Обведем его. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.